Gončarovs pieslēdz uzbrukumā, Daugaviņš pieslēdz Gončarovam un ripē vārtos. Дальше пас на Никонсона, Даугавинч справа получает Каспарс передачу, бросок, еще гол! 4-2, Каспарс Даугавинч! Никонсов атакует уверенно. И опасно! Гол! Гол! Каспарс Даугавинч! Спартак впервые в этом матче выходит вперед! Давайте Даугавинч отметим. Поставил спину, заложил корпус. И вот эта передача, конечно, высший пилотаж. Могло бы все закончиться, не успеет початься. Попытка номер два. Даугавинч, гол. Ну, вот с этого и надо было начинать. Спартак выигрывает в Череповце у Северстали. Выигранное отбрасывание. Зубов перевод. Вот так вот иногда делается результат. Андрей Кутейкин. Второй перейдет. Не бросал бы, когда один на один. Гол! Гудачек. Ну-ка.